have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Inscription, как я и сказал, да, сейчас попробуем отрегулировать звук, все дела, я думал, что просто сейчас будет вступительный ролик, о, но здесь, credits, options, все, сейчас вернемся, минуточку. Ну что ж, я на самом деле даже много чего, нет, а почему, в смысле продолжить? Я и не начал. Почему я не могу начать новую игру? Я хотел сказать, что типа я много даже и не прокладывал, потому что я поменял просто язык, сделал чуть-чуть тише музыку. Я не могу понять, почему я не могу начать новую игру. Это в первый раз, когда я установил ее и. Продолжить откуда? Что? Где? В общем, я так понимаю, что эта игра карточная. Я должен сказать, что я никогда еще не играл в карточные игры на компьютере, и не было ни вот этого, ни Хардстоуна, ничего. Мне было очень интересно попробовать, что это Деволверов и очередной соискатель. Прошла целая вечность. Вероятно, ты забыл, как играть в эту игру. Я даже не играл в нее ни разу. Позволь мне напомнить. Играй белкой. Переиграй горностаем. С. Цена за горностай — одна капля крови. Мне необходимо кем-то пожертвовать. Белкой? Благородная смерть. Играй горностаем. Волку нужны две жертвы. У тебя их недостаточно. Чтобы завершить ход и начать атаку, используй звонок. Перед горностаем никого нет. В левом нижнем углу написано очки атаки. Один, вижу. Один очок атаки и три хпшки, да? Твой горностай нанес мне одну единицу урона. Я добавил ее на весы. Ты победишь, когда моя чаша перевесит твою. Вот так. Мой ход. Твой горностай стал перед моим койотом. Блин, а койот его почти убьет сейчас. Да, осталась одна хпшка. Он нанес 2 единицы урона твоему горностаю. Значит, здоровье твоего горностая уменьшится на 2 единицы. Если здоровье снизится до нуля, существо умрет, это понятно. Спасибо, снова твой ход. Можешь взять белку или же карту из своей колоды. Из своей колоды или белку. Волк. Я хочу посмотреть на волка, как мне это сделать. Я понял, что ему нужны 2 капли крови. Давай возьму карту. Черепаха. Как безрассудно. Да, я знаю. Ну, белка — это был гарантированный ход, потому что я ставил белку, это было бы 2 капли крови, я бы поставил волка. Ну, да. А больше я брать не могу. Ну все, да. Я проиграл. Ты еще учишься, так что я пропущу свой ход. Спасибо. Так, положить белку. Это можно колесом играть, да? Хорошо. И теперь поставить. Так, у черепахи 6 хпшек, у волка. У волка атаки больше. Но хпшек мало. Давай я черепаху поставлю. Не волнуйся, зверь принесен жертву, но он все еще в твоей колоде. Ты нанес мне еще один единственный урон, так что я накладу на весы. Так что я кладу на весы один груз. Да, все правильно. Пас. Почему? Ты знаешь, что за один ход можно разыграть несколько? Нет, не знаю. Я сейчас буду волков белками откармливать, хорошо? Хорошо.
Этот раунд за тобой. Но чем дальше, тем сложнее. Да я уже понял насчет чем дальше, тем сложнее. Позволь мне заглянуть в твое прошлое. Ах, да. Ты заблудился в лесу. Как этот листочек свернулся, если... Ладно. Перед тобой появилась тропинка. Вот я походил, да. К тебе осторожно приблизились двое лесных обитателей. Гадюка и кошка. Много жизней. Карта с этим символом выживает после принесения в жертву. Кошка 9 жизней. Я понял. Так, прикосновение смерти. Карта, когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Погоди. Обидчику. То есть ее нельзя приносить в жертву? Или... Убить-то ее можно, правильно? Вот это немножечко пока непонятно. Хорошо. Ну, мне кошка больше просто нравится. Некоторые лесные существа пытались идти за тобой по пятам. Ты нашел оставленный кем-то рюкзак. Ты нашел белку в бутылке. Разбей в экстренном случае. Белка в бутылке? Возьми еще. Еще один полезный инструмент. Можешь перевесить шансы в свою пользу. Как? Что? Больше 3 тебе не унести. 2 белки, 1 плоскогубцы. Пока ни хренища непонятно. Ладно, попробуем. Булыжник, пень. Ты попал в засаду посреди бездорожья. Ты пожертвовал мной, пока я спал. Правильный ход, я понимаю. Может, поможешь мне? Пока подыгрывай ему. Теперь ты можешь заранее видеть мою предстоящую атаку. W. Пень, булыжник. Чё, блин? Тебе не хватит жертв для этой карты? А, сначала я понял. Ну, нужно, значит, разыграть белку. Волчонок. 1-1. Тебе напомнить? Да подожди. Я хочу понять, имеет ли смысл. Ладно, давайте я сюда положу. У кошки атака 0. Погоди, если у нее атака 0, она для чего? А, ты ее ложишь для того, чтобы приносить ее постоянно в жертву. Значит, да. Кидаем белку и ставим хорька сюда. Начнем. А, это тоже жертву надо будет. А жертва одну хпшечку занимает? Или полностью... Нет, она полностью убивает существо. Вот капелька показана. Все, я понял. Остерегайся энергичного волчонка. Он быстро взрослеет. Блин. А... Он... Ну, за булыжник он будет что-то получать или нет? Так... Летучая мышь, будучи летуном, атакует соперника напрямую, минуя существ. Понятно. У него даже карта летает.
Так. Хоть берется одна карта, я уже взял, понятно. Волк. Ты уже целый взрослый волк. Поставить... Я могу поставить вместо черепахи, но не хочу. У черепахи хоть и один урона, но это... Подожди. А, почему он столько... А, потому что он 3 урона нанес. Твою за ногу. Я теперь понял, как это работает. Так, хорошо. Еще один волк. А я могу их перекладывать? Нет, не могу перекладывать. А, ну, в смысле, у нас поле боя это только одно. А местами поменять тоже не могу. Это печаль, на самом деле. А, нет, нормально, нормально. А если я возьму... А мне некуда белку ставить, да? Да, некуда. Ну, тогда я пропускаю просто. Да, нормально. Все, я более-менее разобрался. Ты победил и прошел мимо окровавленной тропы. На самом деле немножко запутанно, но как только разбираешься, становится нормально. Так, волчонок, маленький волчонок подрастает после одного хода. Или же... Воробей. Кроткий воробей. Недорого обойдется, если брать хиленького. Что это значит? Недорого бы. Нет, ну на самом деле, слушайте, волк мне нравится. Это хороший персонаж. Потому что увеличивает потом атаку. Но мне нравится летучий персонаж. Я, наверное, возьму себе... Мне хочется, чтобы в колоде был кто-то летучий. Во мгле ты наткнулся на странные камни. Ты был вынужден избрать достойную жертву, ту, которой ты лишишься навсегда. Ну нет, ну зачем? Вы же мне их только что дали, я не хочу. Ну, котик меня уже много раз выручал. Иди, дружище. Ты окинул взглядом свой зверинец и выбрал здорового носителя. Носителя? Жуткое зрелище. Воробей отдает свою душу, а кошка ее принимает. У меня летучая кошка? Погодите, серьезно? А зачем? У нее же атаки не... Если бы я знал, как это работает. У нее же атаки нету у кошки. Ты ее ставишь чисто для... Это получается летающий донор какой-то. Узри мой тотем. Он добавит свой... На самом деле, мне нужно было взять воробья с душой кошки. Получается, у меня был бы атакующий персонаж, который можно было бы бесконечно колоть. Кто бы знал. Он добавляет символы летунов моим псовым существам. А, то есть у тебя будут собаки летучие сейчас? Он обезумел, ты видишь. Ему начхать на правила. Ну, жалкое зрелище. Довольно. Он хочет видеть, как я мучаюсь. Почему, Харек, что с тобой не так? Почему именно ты мучаешься? Так, ты кто вообще такой? Посмотри же, пользователь использует, чтобы положить кое-что на весы. Боль будет кратковременной. А, то есть ты можешь свои собственные зубы вытащить, чтобы... Реально? Так, это на самом деле немножечко... Пользователь, вы получаете белку. Белка, сила здоровья. То есть, ну, я моментально получаю белку, не взяв в карту, да, я так понимаю? Волку нужно 2 капли, хорьку. Я бы положил белку. Я бы положил кошку. Но кошке нужна одна эта, да. Я бы положил кошку, я бы...
На первом ходу нельзя брать карту. Ну, тогда я ставлю хорька. Снова на доске. А чё ты ожидал-то, дружище? Мой тотем одарил моего койота символом летунов. Но у него одна хпшка, ты же его убьёшь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я кошку не туда поставил. Черт, ну почему? Я не обратил внимания и поставил не туда кошку. Ну, твою за ногу. Хорошо, поехали. Берем. Волк. Возьму еще одну белку и принесу ее нахрен в жертву. Так. Поставлю еще одного волка. Все, нормально, выиграно. Надо учитывать, где стоят у него карты, чтобы его карты выбивать. Короче, ладно, это нужно иметь в виду. И впечатляет, возможно, ты даже переживешь это испытание. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Итак. Волк. Жестокий соперник. А что это из него выкакалась штучка какая-то? Воробей, наконец-таки. Ворон. Вероломный ворон. Предвестник беды. Ну, фишка между воробьем и вороном. Воробей сказано, что типа он еще может подрасти. Карта с этим символом атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствие. Угу. Ну, я бы взял бы, например, ворона, мне интересно. Хотя он требует больших жертвоприношений, но у него хороший дэмэдж. И, блин, с другой стороны, воробья можно сразу поставить. У меня есть код, с помощью которого я могу кастовать двойные жертвоприношения, не особо заморачиваясь. Блин, чувак, сорян, из кота уже выдали крови, наверное, 5 ведер каждый раз. Давайте ворона. А куда я хочу? Я не знаю, что. Там дальше босс потом какой-то будет. Ну давайте сюда к костру сходим. Присядем, отдохнем у костра, прокачаем левел, да? Ты набрал небольшую группу выживших. Набрел небольшую. А они столпились вокруг костра, изнемогая от голода. Их взгляды были прикованы к твоим существам. Подойди, пусть один из твоих зверей согреется у костра, сказал один выживший. Согрей зверя у костра, его сила увеличится, сказал другой. Ты заметил, как один из выживших вытер текущие слюни. Пожалуй, черепаха. Если и дэмэджа прибавит, я буду рад, например. Да! Класс! Бедный зверек грелся у огня, пока его параметр увеличился. Параметр. У другого скрежетали зубы. Ты молча забрал своего зверя и ушел подальше от костра. Да, короче, костер — это прокачка. Я это сказал чисто исходя из Dark Souls, а тут оказалось, что это правда. Осталась еще одна белка, между прочим. Мы оба можем выбраться отсюда. Ответ кроется в этой мерзкой хижине. Замолкни, а то я тебя на клочки порву. Так, у меня есть... У него воробей и... Гризли! Чёртов гризли! Мне бы вот... Короче, слушай. Сюда, ты уверен? Ну, иначе тебя будут бить, дружище. Я же не могу уже передумать, правильно? Так, на первом ходу нельзя брать.
Да, заканчиваем. А, ну... Охренеть! Мне надо... Мне надо как-то что-то... Мне надо котика... Вот, котика сюда. А толку у меня от котика? Блин, еще одну белку надо. А я уже, в принципе, проиграл, смотри. Давай. Это немного. Не думал, что ты прям этим воспользуешься. А мне пофиг. Так, сюда. Поехали. Я это не выиграю. Блин, насчет кота я просчитался. Я что-то подумал, что... Да, я не заметил, что он пережил. Но он меня победит сейчас. А мне бесполезно сейчас что-то ставить. Он меня просто побеждает сейчас. Да. Ты проиграл. Нет, но это была заранее партия, рассчитана на мой проигрыш. Смягчить мое разочарование может разве что один урок. Встань. Встань из-за стола. Подай мне подсвечник, он на бочке у двери. Ну, лампа, ты хочешь сказать? Бочка у двери. Сейф, здрасте. Принеси его сюда. Ну, как бы, да, хорошо. А теперь сядь. Позвольте тебе кое-что разъяснить. Я уже понял. Это твое право на ошибку. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. На чем мы остановились? Это какой-то трындец, вы чё? Ладно, давай сюда. Дикобраз. Вспыльчивый дикобраз. Те, кто нападут на него, ожидают колючие иглы. Я понял. Воробей, опять же, и волк. Ну, волк... Если у меня та же колода, что и была, подожди. То я бы, наверное, взял бы дикобраза. А, вот, тут показано, что он прокачивает. Фу ты, блин, сердце плюс 2. Сказал один, выживший, здоровье, сказал другой. Я, ну, там уже называет. Я что-то протупил так жестко в прошлый раз, ладно. А здоровье будет плюс 2 у кого? Ни за что. Это единственный, кто разговаривает, единственный, кто анимирован. Вот этот вот чувак. Все остальные просто как бы существуют. Может, дикообразу дать здоровье, чтобы его побольше били, побольше бы он давал... Ну, хотя нет. Я бы... Давайте ворону. 3, 2, 2, 2, 6, 3. У нас у ворона и у хорька побольше... Хорек у нас как первый персонаж, который входит, потому что с одной жертвой. Может, ему побольше здоровья дать, чтобы он держался. На, держи, дружище. И это урон тоже тебе надо было увеличивать. Ладно. Ну, я начал что-то понимать, но я начал это понимать немножечко поздновато. Хорошо. Если что, пере... Ох ты ж, я... Деревья начали смыкаться, на тебя опустился холодный туман. Издалека донесся звон железа. В твою сторону ковылял какой-то мужчина. Это был старатель. А. Так, там койот будет и вьючный мул.
Насчет вьючного мула надо будет посмотреть. А, вот. Бегун. В конце хода владелец карты с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. В конце хода владельца карты с символом перемещается в сторону. То есть он будет каждый раз двигаться в эту... Ну, по традиции белку и... Поставим котика пока что. И с помощью котика выставим себе дикообраза. По идее, все. Карта глаза колет. Так. Карту можно одну заход брать, да. Волк. Ну, с волком сейчас ничего не сделаем. Опять же, мне нужны две капли. А я могу один раз черепаху уколоть, правильно? Или... Нет. Если я уколю сейчас черепаху, оно не заберет одну капельку крови или две? Подожду до следующего хода и возьму... Черепаха может потанковать немножечко. Ставлю волка. Ты ведь не надеялся на легкий поединок. Понятно, у него две жизни. Че? Что? Золото. Я добыл золото. Извините, как? Ворон, отлично. Свободных ячеек не осталось, ты не можешь положить карту. А как? Я оставлю эту белку. Правильно, освободи мне. А, волк или ворон? Три. Он убьет собаку. И у собаки больше урон. Хорошо. Так, а... Не, ну вы чё? Да, хорошо. Ну это вообще какое-то это, ну прям... Фигня, честно говоря. Я надеюсь, что это тоже был запрограммированный проигрыш, потому что... Я не хочу это переигрывать, вот этот момент. Еще не умер? Это и не чистилище. У тебя разница не такая большая. Пока твой срок не истек, я хочу еще кое-чем спросить. Хочу сувенир на память о тебе. Твоя собственная карта смерти. Пока что она ничем не примечательна. Мы с тобой вместе это исправим. Я хочу, чтобы она напоминала о тебе. Вот несколько карт из твоей заурядной колоды. Можем найти им хорошее применение. Прошу, выбери карту, у которой мы отменим цену. Вот это понятно. Капли крови 2. Еще одну. На сей раз я заберу ее силу и здоровье. У одного из волков они одинаковые.
А теперь выбери карту, которую мы позаимствуем символы. Позаимствуем. Много жизней или тун? Да. О-о-о-о! Если это будет реально... я так и не спросил твоего имени. Ну, допустим... наше стандартное. Осталась последняя деталь. Портрет. Кровавый артист. Ты готов? Да. Сделать свою первую смертную карту. Улыбаться не нужно. Ладно, это же было все обучение, правильно? И вот опять. Очередной соискатель. Похоже, время пришло. Пора тебе узнать про кости. Ага. Находчивый опоссум обойдется в 2 кости. Ты получаешь кость каждый раз, когда твое существо умирает по той или иной причине. Ага, горностай. Опа, горностай. Опоссум, белка, ну... а, то есть опоссум чисто 2 кости стоит, я понял. Так, 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 так. Ну, ставим нашего дружка-пирожка, как обычно. А, даже с белки я получаю кости. Хорошо. Ты можешь тратить свои кости, но в конце раунда они все исчезнут. Я понял, это, их не надо экономить, они чисто на один раунд. Тогда все. Я не дам тебе играть, пока не возьмешь новую карту. Я понял тебя. Жаба? Так, ты у нас мощный прыжок. Карта с этим символом блокирует атаки существа с символом летунов напротив. Напротив. Я-то возьму опоссума. А, я уже не могу, хорошо. Да белку-то возьми. Ай, больно. Берем белку и... разбиваем еще одну белку. Фиг с тобой. Пошел. Все, понятно. Как жестоко. Ты нанес мне больше урона, чем нужно. Впрочем, в моей игре за такое полагается награда. Если быть точным, есть излишний урон, превращается в зубы. Охотника заинтересует твоя добыча. А это мы, получается... ох, я забыл взять твою фигурку. Встань и принеси ее мне. Ага, так. Она возле сейфа. Предположим. Или положим. Так, мы теперь ходить будем. Интересно. А давайте, может быть... я не знаю, просто насколько это долгое вступление или не вступление. Ладно. Если вдруг что, если эта серия опять же прервется напополам в этом месте, то значит я сделал из нее 2. Поехали пока что. Итак, койот. Тощий койот. И чего ты ожидал за 4 кости? 4 кости! Ну, кости набираются довольно легко, потому что... так, хорошо. А ты у нас гремучник. 6 костей. Гнусный гремучник, хрупкое создание, за вычетом этих чудовищных клыков.
То есть огромный урон, но у него мало хпшки. Таракан. Неубиваемый таракан. Он возвращается в твою руку после смерти. За 4 кости, да? И после его смерти он дает автоматически одну кость. Слушай. Это его в любом случае можно будет ставить. Сорян, звоночками отвлекают. Я возьму таракана. Мне кажется, у него большой потенциал, как бы это страшно не звучало. А знаешь что? Можешь встать со своего сиденья. Чтобы улучшить кровообращение. Я не тиран. Можешь вставать, когда карта на столе. У меня будет время спланировать твой следующий поединок. Но только не трогай мои пожитки. Белка и богомол. Интересно. Сейф можно будет открыть когда-то. Зачем я его задул? Ну хорошо. Сохраняшка прошла. Поехали. Запасные кости на черный вечер. Если встретишь камень преткновения, используй булыжник. Так, белка. Выбери одну! Булыжник это то, что будет тупо танчить что-то, да? В бутылке вы получаете булыжник. Булыжник сила 0, здоровье 5. Ну, то есть штука будет просто это. А сколько костей? 4 кости. И одна белка. Я, наверное, возьму вот это. Так, все твои карты воспарят в воздух, но только на один ход. Вот это вот мне не понравилось, кстати. Пользователи, в этот ход ваши существа будут атаковать так, будто имеют символ летунов. А, Вергарпи. Это полезно. Это если мне нужно будет наискосок атаковать. Обремененный тремя предметами, ты продолжил путь. Я бы плоскогубцы выкинул бы, эти щипцы. Мне не понравился их эффект. Оно не так много дает. Так. Я ставлю беляша. Я ставлю на нем жабу. Волчонка, один хпшечка, он подойдет сюда, я его успею убить. А, так, и за 4 кости надо будет еще белок порезать. Да, жаба убьет волка. Мне нужно... Пропускаем пока что. Белка. Но мне надо, чтобы ее не убили. Еще одна белка, я потом ставлю два персонажа. Хорошо, пропускаем ход. Так, ставим волка. Волк убьет... А мне, может, и не надо его убивать. Подожди, что он делает? Кажется, символом дарит существам по сторонам по одной единице силы. Мне надо его убивать. И опоссума... Нет, знаете что? Я таракана поставлю. Хорошо.
Это что, типа, он обычно никому не разжевывает про кости. Вот тебе подсказка. Я видел, как предыдущая жертва вписывала код в справочник. Так, дружище, но... Тебе придется подождать. Хорошо. Так, ты у нас... Это я! Черепаха и лось! Царский зверь, дикий зверь не посмеет вас встать на его пути. Здоровяк! В конце хода владельца карты с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе, а также оттолкает те карты, что стоят на пути. 7 хпшек, 3 урона. Но я возьму вот себя, наверное. Мне очень нравится лось. Черепаха пока что мне не зашла. Она танкует неплохо, да, но нет. Я возьму свою карту. Мне она понравилась. Так, пойдем в костерчик. Так, а что вот это не делает? Ну ладно, пойду пока на костер прокачаюсь. А что там можно будет качнуть твое внимание? Так, глаза вокруг самого костра. Сила. Увеличится атака, да? Выбери другое. Так. Атака увеличится. У меня есть жаба. У меня есть хорек. Кого-то из вас я могу качнуть, чтобы у вас было... Они у меня просто два чувака, у которых одна капелька крови. То есть... ты просто кидаешь белку и моментально можешь кого-то из них вызвать. Фишка в том, кто мне из них будет выпадаться в колоде. Давай я тебя качну. Вы же не солгали насчет костра. Силы существа и вправду теперь больше. Заметив, как несколько людей утирали с лица, ты быстро отошел от костра, да. Ну а теперь файт. Надо же типа, проверить это все. Ну вот, и мне не выпал... твою за ногу. Два воробья. Тых-тых! Плохо. Плохо. Справочник должен быть записан. Там жертва искала символ жабы. Я понял, надо будет походить поискать. Короче, это наш главный ведущий. Следующий ход я... У тебя по одному урона, да? По одному. Жабу убьют на следующем ходу, скорее всего. Я подожду... Блин, мне это подожду, может очень дорого стоить. Белка уже сейчас... Я возьму булыжник, поставлю его сюда и подожду один ход. Мы типа один камушек, один камушек. В смысле, почему два? Почему отсюда? Я что-то не понял в этой жизни. Я сильно всираю, да? Да. Так. Тараканы, 4 кости. Я признаю поражение. Можешь принять мое поражение. Или же завершить раунд самостоятельно. Я хочу сыграть. Если он из камня выбивает те же самые, то же самое золото, так а нафига мне тогда, сорян, камень-то?
Окей. Он проиграл. Ну, я уже вижу, что он проиграл. Просто мне не хотелось возиться дольше совсем. Окей, я понял. На пути тебя остановил охотник, который желал продать свою пушнину. Что-то в ее внешности настораживало, но все твое внимание было обращено на товар. Хочешь позырить на мои шкурки? Одну шкуру за даром даю. Ты их качество видел? Ты уже уходишь? Прошу, возьми хоть что-то. А цена в чем указана? Кроличья шкурка, волчья шкура, золотая шкура. В количестве карт, которые мне придется отдать? Что я плачу? А, зубы. Спасибо за сотрудничество. То есть это те зубы, которые я понял, хорошо, надо было сразу... он заверил тебе в высоком качестве шкурок. На первый взгляд они кажутся бесполезными. Но он сказал, что лавочница дальше по пути может кое-что за них предложить. Значит, в лавку зайти получается. Так, здесь сумка, файт и еще что-то здесь. Я не знаю, что вот это, типа большой файт. Посмотрим сейчас. Еще одну атаку могу качнуть. Остановись! Я буду этого хорька вкачивать. Ты сомневался, что это все уже было. Ну тогда вот это получается, да? Да, с тотемом. Файт с тотемом. Что он дает? Он каждый раз рандомные эффекты дает или... Так. Мне нужно, чтобы поставить себя, нужно два жертвоприношения. Я могу поставить беляша. У него дикобраз. И, летучий койот будет, потому что, да, я понял. Дикобраз. Раз он будет летучим, значит мне надо жабу сюда ставить. Извините, а он не должен был... Я что-то не понимаю. Он не должен был блокировать? Этого урон один. У дикобраза 2 хпшечки. То есть, если ставить опоссума, то его нужно ставить. Возьми карту. Я понимаю, что возьми карту. Подожди. У него есть дикобраз. Офигеть! У меня урона 3. Так, хорошо. Проиграл. Из-за того, что у него существа летали, я не бил по существам, я бил просто выбивая зубы ему. Так я понял? Как это досадно. А то, что я проиграл, это ничего не значит? Я типа продолжаю ходить? А, или у меня две свечки? Ладно. Принять решение. Назови не самого зверя, а цену, которую ты готов заплатить. У меня нет никого с тремя кровью, да? Я возьму вот этого.
Богомол. Его передние когти бьют вправо и влево. Получаемая цена карты, цена минус один. Минус чего ты ожидал? Как бы я ничего не ожидал. Тут еще одну атаку прокачиваем, да? Одиннадцатый зверь к нам потянет, его сила может... Да-да-да. Что-то... А, блин, когда мне из колоды будет выпадать хорек? Нет! Ну, как бы, да, чувак. Давайте я жабу тогда тоже буду подкачивать потихонечку, потому что... Опять же, это начальные карты. Да, одна свечка затухла, я понял. И тут тоже сейчас босс-файт. В ушах стоял непрерывный звон. Мужчина. Да-да-да. Да, я понял, это он же старатель. А как мне потом... А извините, нафига мне кроличья шкурка? Я ее положу, но я не знаю, как и почему ее разыгрывать. Так. Богомол. Но мне нужна эта белка. А, вот как, блин. Ну, он его бьет сейчас, да. Я думал, что он бьет или вправо, или влево. Он бьет вправо и влево. Волк. Я пропускаю. Я белку зря взял. У меня есть три кости, мне надо было... Я проиграл просто сразу сходу. Волка 3 урона. Да. Ясно. Мне останется больше золота. Короче, я где-то что-то как-то понял, но тут еще есть чему поучиться. Давайте тогда... Ой, он мне сейчас будет вторую посмертную карту делать. Лежи смертно, не шевелись. Понимаешь, на что способен фотоаппарат, отдай. Нам еще нужно сделать сувенир на память. Карта смерти, конечно, распишь мне. Ну да, давай, давай. Прошу, выбери цену, по которой мы отнимем цену. Цена богомола. Силу и здоровье. Шатников на карты, ты чё, ты мне специально вы... Иди ты нафиг. Символы. Вот эту тогда хотел. Я буду тараканом. Каждый раз мне придется подписывать. Пусть будет так тогда.
Я не хочу каждый раз подписывать карту. Скажи все. Короче, Харек мне постоянно говорит про код, который от сейфа. Через искательница. Рассказать историю твоего предшественника. Бешеный старатель вышел победителем. Ничто не способно разучить его с золотом. Это твоя стартовая колода. Горностай, что с тобой? Что это за лицо такое твою же за ногу? Подожди. Вот, последовательно сохранить 37 секунд назад. Давайте тогда на этом будем заканчивать. Я не буду разрезать серию напополам, пусть она будет часовая. Я хочу снять еще... Я пока проигрываю, все нормально, да, но мне понравилось. Я хочу еще поиграть. Поэтому пока что будем заканчивать. Увидимся тогда в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.